Это если друг друга повстречает вдруг, главную из тысяч звездочку отыщет, сделает навстречу шаг один, навстречу шаг один, навстречу шаг один, один лишь только шаг. Один лишь только шаг. Меня не прячьте глаз, я хочу спросить у вас, может, вы тот самый человек мой славный, и до вас всего лишь шаг один, до встречи шаг один, до встречи шаг один, один лишь только шаг, один лишь только шаг. Почему нам трудно так сделать этот первый шаг? Страшно ошибиться, страшно ушибиться, но кто-то должен сделать шаг один, навстречу шаг один, навстречу шаг один, один лишь только шаг. Билет. Три билета передай.
3 билета. Извините, но никак не получается. Кто передала? Кому билет? Извините. С утра уже на газоне. Ну вот, давил. Чья машина? Моя! Куда едем? Аэропорт. Вы что? Что с вами, молодой человек? Извините, пожалуйста. Цветы чуть не помяли. Прошу прощения. Что-нибудь случилось, а? Я могу вам помочь? Нет, мне помочь, к сожалению, ничем нельзя. Троллейбус не сбейте. Постараюсь. Красноярска задерживается. Повторяю. Внимание встречающих. Рейс 3575 из Красноярска задерживается. Где справочник? Прямо и вниз. Спасибо. Оставшихся пассажиров. Улетающий 3474. Ленинград, Одесса. Прошу регистрацию билетов. Просим срочно пройти посадку за направление номер 2. Стоит ли? Стоит. Он улетел. Прилетит. Нет. Почему? У него жена в Хабаровске. Дело хуже. А вы его разлюбите. Что вам голову морочит, если женат? Не по-честному. Мой муж, мой. Прошу вас. Следующий. Можно ручку. Разрешите? Не, я встречаю. Жену? Нет. А, тогда может, это... Мне же нельзя. Может, язва? Ну, тогда не... Тогда не-не. Если язва, тогда не-не. Тогда не-не. Портвейну? Не-не.
Водку надо пить. Каждый день в одно время регулярно. Регулярно, но без перебора. Буду без перебора. Без перебора. Ну, грамм 150. Больше ни-ни. Ни-ни. Три раза в день. Ну что, еще не встретили? Нет. А я уж два раза в город сгоняла. Мите условия. Рейс задерживается. Надо немножко подождать. Где же вы свои цветы-то потеряли? А я воду поставил. Ох, какой заботливый мужчина. Если бы вы ее видели. Она такая умница. Милая, нежная и очень добрая. Внимание, вот впервые расстались. Внимание, прибыл самолет 375-75 из Красноярска. На 21-й сейчас... стоянка левая сторона. Встречающих просят пройти в зал номер 1. Семестр 3-й, это вам не первый. Канавы рыть, не книжечки читать. Но мы студенты, мы не слабонервны. Мы никогда не станем причитать. Мама, мне здесь приходится не сладко, мама. Я без подушки сплю в палатке, мама. Изнемогаю от жары, мне здесь дырявят кожу комары. Мама, пила от соли, стала робом, мама. Из речки пью одни микробы, мама. Я от работы чуть живой. Хочу домой к тебе, хочу домой. Семестр третий, это наш экзамен. Мы научились строить и дружить. Ведь наш студент, он не сыночек мамин. Не будет он кричать, Лида, Лидочка! Мама, ты была от соли, стала робом, мама. Из речки пил одни микробы, мама. Я от работы чуть живой. Хочу домой к тебе, хочу домой. Товарищ, товарищ, вы куда? Нельзя там на лётное дочка поле. Моя. Вернитесь, я сказала. Я сейчас вернусь. Папочка. Здравствуй, Лидочка, родная. Ну, отпусти, пап. Ты зачем приехал? Ну, кто тебя просил? А что ты? Откуда знал, каким самолетом? Ты что, в деканат звонил? Да. Этого только не хватало. Фамилию называл, да? Конечно. Это зачем, папочка? Выкинь цветы. Зачем? Слушай, пап, ну исчезни в тумане, а. Куда? И в темпе вальса, пока еще не все видели. Я не маленькая, студентка уже. Ну, поеду со всеми на автобусе. А я... Семестр третий не для белоручек. Бывает так, что белый свет не мил. Но кто помнит хоть единый случай, чтобы наш студент когда-нибудь заныл. Мама, мне надоели концентраты. Мама, болят мозоли от лопаты. Мама, куда бежать, кому сказать? Науку трудно с практикой связать. Мама, сотвори такое чудо. Мама, забери меня отсюда. Мама, я плачу крупною слезой. Хочу домой к тебе, хочу домой. Хочу домой к тебе, хочу домой. Хочу домой к тебе, хочу домой. Ну что, встретили? Встретил. What is the weather like? What's wrong? What's wrong? What is the time? What is the time? What time is what? It now? What time is it now? It is 11:30. It is 11:30. It is 11:45. 12. It is 12:15. 11:30. Past. Sorry. I beg your pardon. Please excuse me. Look here. Could I trouble you to? There is something I should very much like you to do for me. Thank you.
with you. How do matters stand? How do you feel in general? The answer generally is, I'll be delighted, very glad to do it. I'm very sorry. I think I can't manage it. I'm afraid I can't do it. По перегону скорость 40. Скорость 40. Товарный 1469, возьми трубку. Товарный 1469. Возьми трубку. Ну! Румяновки? Здравия, Никитич! Женщина там рожает, в Румяновке. Диспетчер говорит, что мы заехали и захватили до города, добросили. Ну, чтобы, как положено, родила в роддоме. А? Поняли, обеспечим. Сажать. Куда сажать? А кто с ней поедет? Да никто, сам поедешь. Ну давайте во вторую секцию, там свободнее. Куда я у себя? На пол посажу, что ли? Сейчас посадим. Давайте поскорее, черт бы вас побрал. Расписание у меня, я же скорой задерживаю. Рожаю, где попало. Началось. Чего началось? Ну что? Рожает. Рожает она. Как же это? Мы не доехали еще. Я объяснял. Миленькая, говорю, родненькая, ну потерпи хоть немного. Она говорит, не могу. Помоги. Я? Да я не умею. Я тоже не умею. Серафим Никитич, дети есть, значит, опыт тоже есть. Ну! Веди состав пустомеля. Тоже мне напарник. Не мог уговорить ее подождать. Как, уже? Нет, все. Передумала. А где она? Там, во второй секции. Серафим Никитич, ну как я вел? Ну вел и вел, чего там? А кто родился-то? Пацан. А че это смеется? А тебе какое дело? Ну дела. Чего только на свете не бывает. Ты ей апельсины достал? Нет, ну я морковки купил. Чего? Ну... Все одно, витамины. Ты бы еще хрена купил. На полу сюда, напарник. Хей, Бог послал. Спасибо.
Здрасте. 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 Вот такое дело. Отдайте передачку. Кому? Этой самой, которая... Ну, кому? Как зовут, мы не знаем. Ну да, которая в поезде родила. Да. Вы что, и фамилии не знаете? Не успели спросить. Хороши, кавалеры. От кого передача-то? От обеих. И не мели чепухи. Твое дело принять, передать. И все. Игрушки-то заберите. И не возникай. Гражданочка, чемоданчик вам подать? Нет, пока не нужно. Я сейчас вернусь. Можно? Здесь есть кто-нибудь? А? Здравствуйте. Здравствуйте. Я та самая и есть. Здравствуйте. А это вот тот самый мальчик. Вот пришли поблагодарить и... Проходите. Фим! Фим! Не балуй. Не балуй, я тебе говорю. Фим, ну глянь, кто пришел. Крестник к тебе пришел. Не знаю, какие слова вам говорить, Серафим Никитич. Но если бы не вы, то мы бы, наверное... Заладила, как попугай. Мы да вы, да вы, да вы. Глянь, не спит. В небо смотрит. Космонавтом будет. Ну-ка, на. Подержи, подержи. Я чай поставлю. Мать, папирос-то... Спасибо вам большое, Серафим Никитич. Если бы не вы... Как назвала-то? Да пока никак. Ну, я пойду, пожалуй, а то меня таксист убьет. Я пойду. А ты куда едешь-то? Да сейчас, наверное, на вокзал. А потом куда? А далеко. Я говорю, ты где живешь? Дом-то твой где? А нигде. Как нигде? А так нигде. Родные-то у тебя есть? Не-а. Страна у нас большая, хороших людей много. Пропасть не дадут. Гражданочка, ну сколько можно ждать? Осторожненько. Сколько там нащелкало? 540. Что ты? Ишь ты. На, получи. Тебе нельзя плакать, у тебя же дитё. У меня мелочи нет. А тебе сдачу дам. Сейчас я чайку попою, успокойся. Вот, 15, ты вещички принеси. 40 копеек. Чего тебе? Маловато, начальник. Не возникай. Тебя как зовут-то? Татьяна. Ну, а дальше что было? Ну, а что дальше? Дальше разошлись. А, ну, у вас, молодых, это запросто. Так у вас муж золотой. А мой зарплату домой не нес, все с друзьями пропивал. А у меня зарплата какая? Мы же не расписанными жили. Да и профессии у меня настоящей нету. Секретарш. Разве это профессия? Ну, входящие, исходящие. Машинка-копирка. Серафим Никитич, вы ему сосочку-то дайте, вот он и не будет плакать. Ну, да. Ну, вот и осталась я беременная. И поехала к тетке в Румяновку. Она отбыла на Дальний Восток. Ну, а дальше вы все знаете. Марья Тимофеевна, распашоночку-то надо побольше шить, ребеночек-то растет. А знаете что, Марья Тимофеевна, найдите ко мне жениха какого-нибудь завалящего, положительного старичка. Старше 40, чтобы рано уходил, поздно приходил. Чтоб зарплата 200 рублей. Жена я ему буду верная. Чего болтаешь? Правду говорю. С ребеночком-то меня замуж никто не возьмет. Ой, болтаешь ты, не видишь что.
С легким паром. Тихо ты, медведь. А что, малой спит? Спит. А что же ему делать? А я пивка купил. А обед спинит. Загулял. Вот. А Татьяна где? Опять на работу пошла устраиваться. Проснулся, босяк? Ты чего притих? Посолила? О, еще даже теплая, садись. Ты чего? Дорогие Серафим Никитич и Мария Тимофеевна, если бы вы знали, как я вам благодарна, из ваших вещей я ничего не взяла, только из шкатулки 8 рублей на билет. Потом пришлю. Вы замечательные люди, и я верю, из ребенка вы вырастите настоящего советского гражданина. Ваша беспутная Татьяна, не поминайте лихом, сына назовите Серафимом. Не возникай. Татьяна стерва, но умная. Она-то умная. А ты благородный. Чужого человека в дом пустил, паспорт не спросил. А я и не отдел кадров, чтобы документ спрашивать. А если что не так, уходи. Вот и все. Это ты мне? Это ты мне говоришь, уходи. Полоумный. Ты лучше скажи, что с ребенком делать. А что с ним делать? Надо подумать, чем кормить его. Вот и все. Извините. Положь на место. Положь на место, тебе говорят. Вот и все. Не возникай. Да чего ж я баб не люблю.
Доброе утро. Здравствуйте. Жарко сегодня. Ну как сегодня? Никто не стучал? Нет, спокойно было. Никто не стучал. Симпатично. Дяденька, который час? 9. Спасибо. Спасибо. Стародеревенская улица. Не знаю. Товарищ, вы не скажете, где Стародеревенская улица? Не знаю, не знаю. Не знаю. А. Вам кого? Разрешите? Пожалуйста.
Спасибо. Простите, вы по какому делу? А вы Стрешников? Допустим. Ну, значит, я к вам. Я... Нет, нет, только у меня никакого дела к вам нет. Видите ли... Ну, я даже не знаю, как вам это сказать. Ну, как-то хочется помягче. Ну, в общем, моя жена ушла к вам. Ее дома нет. А это ничего, это даже хорошо. Просто мне захотелось посмотреть, ну, как она живет. С кем? Со мной. Здрасте. Нет, 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 вы не бойтесь, я вас бить не буду. Я, понимаете, я музыкант. Ага. А музыканты, извините, закрой дверь, музыканты народ безалаберный. Сосисочные, пирожковые, пельменные. А какая там еда, вы сами понимаете, чем там кормят? Ну, где как. Но дома лучше, я старый холостяк. Так захотелось прибранной комнаты, уюта, тепла, домашнего света, домашней еды. Домашней еды? Угу. Это очень хорошо. Домашней еды. А может быть, вы меня пригласите в комнату? Да, конечно. Пожалуйста, пожалуйста. Сюда? Да. Спасибо. Пожалуйста, садитесь. Благодарю. Что ж мы молчим? У вас ко мне какие-нибудь претензии? Да нет. Просто я вам завидую. Она замечательная. И совсем не современная женщина. А я современных не люблю, не уважаю. Туфли на всякой там платформе, парик, а под париком пауза. Нет, она не такая. Хотите, я вам о ней расскажу? Вам, наверное, это интересно. Ну, как вам сказать? Нет, вам ничего говорить не нужно. Ага. Сидите спокойно, курите трубку. Говорить так, буду я. Хорошо. Моя жена, ваша жена, прекрасная женщина. А какая она хозяйка? Да что вы говорите? А как она готовит? Просто пальчики оближешь. Нет, скорее теперь для меня готовила. Самое любимое ее блюдо – это корж-пирог медовый. Вот тут самое главное – соблюсти пропорции. Сначала выпекают такие тонкие коржи. Затем вы берете 350 граммов меда пчелиного и такое же количество сливочного масла. Потом вы должны мелко истолочь 150 граммов печенья сорт Мария. Все это тщательно перемешать и вот эту смесь поставить на медленный огонь. И когда эта смесь загустеет или побелеет, надо ее охладить и прослоить ею вот эти самые тонкие коржи. Затем вы пирог украшаете цукатами, фруктами, фигурным шоколадом и подаете прямо к столу. Второе. Минутку. Второе ее любимое блюдо. Вам не мешает? А что это? Аргентинское танго. Нет. Мне очень нравится аргентинское танго. Кстати, второе любимое блюдо – это мясо по-аргентински. Вы еще не пробовали? Вы что говорите? Нет. Попробуйте. Вы еще все попробуете. А, вы, конечно, рубашки сдаете в прачечную. Да, я это вижу, потому что воротнички не держат формы. Теперь это исключено. Она все стирает сама. Вы, конечно, простите, что я говорю о таких интимных подробностях. Вы знаете, она сама делает маникюр. Она даже меня подстригала. Да-да, ее со мной нет, и вот теперь видите что. Скажите, пожалуйста, а в магазин вы тоже сами ходите? Я ненавижу магазины. Вы правы. Вам не придется больше самому ходить в магазины. Она это сделает сама. Она говорит, я родилась женщиной и должна это делать сама. Она говорит, это не мужское дело бегать с авоськой по магазинам. У мужчин... У настоящих мужчин, говорит она, много своих забот. А, масса забот. Да. Благодарю вас. Простите, если что. Ну что вы, что вы. А я думал, что вы пришли скандалить. Ну что вы. Я понял, что и с вами будет очень хорошо. А вы милый и прекрасный человек. Позвольте, я вас поцелую. Да, пожалуйста. Только выньте, пожалуйста, трубку изо рта. Счастья вам. Ночью в знойной Аргентине. Слава богу, ну сколько можно ждать целый день? В парикмахерской ведь как на работе, 8 часов. И все-таки очень долго, милая. Я есть хочу. А как меня причесали, а? Я есть хочу. А что ж ты ничего не купил? Я думал, ты все сделаешь сама.
Что ты, милый? Я же ничего не умею делать. Шутишь? Ну, для чего люди женятся? Для того, чтобы обедать и ужинать дома. Приготовь ко мне, пожалуйста, корж-пирог какой? Медовый. И мясо по-аргентински. Ты что-нибудь забыла? Ой! Я насовсем. Я в нем разочаровалась. Он хочет, чтобы я готовила, стирала, бегала по магазинам. А он будет курить свою трубку и дуть в свой проклятый саксофон. Страшный человек. Ты что, хочешь есть? Ужасно. А ты похудела? Да. Сейчас я приготовлю тебе мясо. По-аргентински. А что это такое? Понятия не имею. Между прочим, Серега, и не обязан. Понял? Ну так, а как же мне с Веркой? Что? Да ведь... Чего? Ну? Ну дыши, дыши, ну. Ну, ну гулял я. Ну и что с того? Да если на каждой жениться, из дворца бракосочетания не вылезешь. Понял? А говорят, ты сам на Катьке женишься. Чего-чего? Говорят? Да. Говорят, перерыв кончается. Так я обедать пошел. Слушай, Вовк, ну как же мне с Веркой? Не знаю, не знаю. Ну, как я понимаю проблему, Верка настаивает, чтобы Серега женился. Ну? Ну, а Серега парень-то хлипкий. Характера у него маловато, вот. Да и вообще женихаться Сереге рано. Что он? Шофер второго класса. Это же ерунда в наши дни. На что он будет жить с семьей-то? Ну? Левый груз возить? Или пассажиров
в кузов набивать. Кефир перепьют. О, спасибо. Ну, а дети пойдут? Ведь не убережешься? М? Одним словом, молодости конец. Правильно я говорю? Вот. Да Верка сама виновата. Че нажимает? Бросит он ее и все. Что им так плохо, что ли? Вот ты у меня, Катя. Молодец. Ты же не то, что Верка. Ты же ума палата. И современная ты. С тобой же, я серьезно говорю, приятно разговаривать. Да. Да нет, Катя, я 100% за. Ну, жить нам где? У твоих? У моих? Заедят. Да вообще, чего торопиться-то? Ведь живем мы с тобой хорошо, а? Да и вообще, Кать, жениться в гроб ложиться. Ты... Кать! Калина Красная сегодня. Правильно. А где Катя? Калина Красная, это очень хорошо. А где Катя? 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 Вон она. Вон она. Мы всей бригадой решили в кино пойти. Девочки, вы меня не ждите. Так. Вот это да, это серьезно. О, Вовка. Пошли, девочки. Вроде того. Интересно. Да я никто никогда в жизни еще не похищал. Похищение на машине с кефиром? Ой, не могу. Молодец, Вовка. А куда ты меня везешь? Увидишь. Ну-ну. Странный ты человек, Вовка. То ты со мной закабалиться боишься, а теперь вон, что ты из-за меня выкомариваешь. Когда я, Катя, сидел в столовой, облитый лимонадом, мокрый и липкий, а все вокруг со смеху кувыркались, понял я, что ты правильно меня облила по делу. Но я почувствовал, Катя, что теряю я тебя. Потому что думаю только о тебе, люблю только тебя. И мечтаю, между прочим, скопить тебе денег на красный чешский мотоцикл, чтоб моталась ты на нем по городу в красном шлеме, как в том фильме, название позабыл. Выходи. Куда? Я не пойду. Как это ты не пойдешь? Я не пойду. Пойдем, пойдем. Да не хочу я никуда идти. Не пойдем. Да не... Ну, пустите. Катя, есть дело. Пустите. Есть дело, Катя. Ну, ребята. Катя. Пустите, все, пустите меня. Будем ждать развертывания событий. Будем. Ты что, хочешь купить мне мотоцикл? Пока нет. А что? Увидишь. Можно? Пожалуйста. Книжечку? Нет. Спасибо.
Простите, у вас свадебный марш Мендельсона есть? Свадебный марш, рубль 20. Пластиночку? Нет, ее. Ой! Да ну, перестань. Куколку! Ты, ну, что ты? Пройди, пожалуйста, вперед. Здравствуйте. А, проходите. Ну вот, я привез. Проходите. Так, так, минуточку. Ага, повернитесь. Повернитесь. Хорошо. Так, еще, еще. 46, третий рост, правильно? Очень симпатичная девушка, завидую вам. Как вас зовут? Катя. Катенька, минуточку, Катенька. Опа. Прошу вас, Катя. Пройдемте в примерочную. Вот сюда. Так, порядочек. Минуточку, минуточку. Да вы что? Это же манекен. Вещь хрупкая. С ней нужно обращаться бережно, ласково, нежно, осторожно. Как с женщиной, понимаете ли. Невеста, вы готовы? Чек. Момент. А ты не заикайся. Я не хочу, чтобы у меня муж заика был. Ты так все прекрасно придумал. Вовка Монастырев. Ну, я переодеваться пошла, мальчики. Катя, ты езжай так. Ну, а верно. Ну, а? Вот еще, чтобы я в таком платье села в ваш кефирный грузовик. Не поеду. Ну, Катя, а мы... Ну, ладно, пойдем платить. Спасибо. Спасибо. Не за что. Прошу. Жаль, Верку я с собой не взял, а? Я бы ей тоже купил. Тук-тук. Можно? Это бывает, друзья, бывает. Некоторые еще позже убегают из дворца бракосочетания. А купленный товар мы обратно не принимаем. Спасибо за покупку. Посетите наш универмаг. Лотерейные билеты. Всего за 30 копеек. Покупайте, товарищи. Денежная вещевая 30 копеек. Досафт 50 копеек. Последний день до тиража, товарищи. Последний день. Обязательно выиграете. Да что вы? Извините. Товарищ сумасшедший какой-то. Гражданин, оставьте портфель, пожалуйста. Возьмите номерок, пожалуйста. Возьмите корзину, пожалуйста. Мне ничего не нужно. А вы что, на экскурсию сюда пришли? Возьмите корзину, вам говорят по-человечески. Говорил, ничего не надо. Пожалуйста. А вам это? Да, сам. 50 копеек, прошу. Thank you.
Последний день до тиража, товарищи, последний день. Гражданочка, простите, одну минуточку, сумочку оставьте, пожалуйста. Пожалуйста. Возьмите, одну минуточку, возьмите номерок, пожалуйста. Извините. Возьмите, куда вы лезете? Скажите, какая нервная, у нас, между прочим, тоже нервы. Нету у меня чека. Как это? Нет, а продукты? Так, нету чеков, и продукты не нужны. Как-то не нужны? Вот тогда кладите на место, там не взяли. Не нужны мне продукты, и времени у меня нет никакого, понимаете? И в карманах у меня нет ничего. Покупайте лотерейные билеты всего за 30 копеек. Извините, кто что, чуть столик мне не сломали. Нехорошо. Денежные веща, международная спортивная доса, 30 копеек. Прошу, товарищи, 30 копеек, пожалуйста. Ну, что у вас интересненького? Денежная вещевая доса, международная спортивная. Давайте международную. Пожалуйста. 30 копеек. Оттяните. Вообще-то я не везучий. А может попросить кого-нибудь? А вот попросить товарища, он, по-моему, счастливый. Вот этот? Лучше я сам. Ну, давай его в последний раз мотанем и... Интересно. Что? Иванова из протезного родила. Да нет денег у меня. Ну, поздравляю. Ну, тогда потом. Ну, конечно, потом. Ты куда? Куда? В кабинет. Так твой же ниже, ну. Выиграл. Что ты? Покажи. Секрет, секрет. Что? О, ничего страшного, палочка. Ага. Извините. Спасибо. По лотерее выиграл. Венгрия, это по лотерее. По лотерее выиграл! Некоторым везет. Сплюньте, пожалуйста. В Венгрию еду по лотерее. Откройте рот. А вы успеете поставить пломбу? Закройте рот. То есть, откройте рот. А то, знаете, один врач начнет, потом другой, а потом зуб можно потерять. Я просил вас открыть рот и не разговаривать. О, Александр Евгеньевич. Закройте рот, пожалуйста. Александр Евгеньевич, вот... Выиграл по лотерее поездочку в Венгрию. И на днях ту-ту. Я вас не отпущу. Знаете ли вы, Маркел Владимирович, что у меня не хватает стоматолога? Но это государственная лотерея, вы не имеете права. Закройте рот. Люба. Маркел. Ну, Люба. Смотри. Ну, Люба, ну. Простите? Простите, Люба. Товарищ Кочетков, я из спортивной газеты. Наш... Люба! Товарищ Кочетков, наш читатель спрашивает, читатель спрашивает, как отнеслись в вашем родном коллективе к вашему выигрышу? Никак! Главный врач, а он... Ну, он... Понятно, 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 давайте Люба! Запишем. Давайте запишем так. К
Коллектив отнесся к выигрышу с энтузиазмом и решением постоянно приобретать карточки спортлото и так далее. Вы согласны? Я-то согласен. Но главный врач наш... Понятно. Люба! Понятно. И последнее. Вот вы летите на соревнования пловцов. Какой вид плавания вы больше всего предпочитаете? Ватербола. Как? Бежите в ванной. Люба! Отличная шутка. Знаете, было бы время, я бы с вами вместе посмеялся. Пишу для себя, Кроль, согласны? Я-то согласен. А, не буду вам мешать. Прощайтесь. Люба! Жду трапа. Групповой снимок с пловцами. Люба! Главное, товарищи, в плавании-то скорость, скорость и скорость. Руководителя прошу сюда. Куда? Вы здесь? А вы спуститесь вниз, обратно, обратно, обратно. Вот, я к пловцам. А как же? Вот сюда, в центр. Люба! Ой, сейчас. Минуточку снимаю. Товарищ руководитель делегации, вы тоже улыбаетесь. Ну, ослепительной улыбкой. У вас хороший протез. А? Мы взяли деньгами. Добрый вечер, дорогие товарищи. Сегодня у нас очередное заседание телевизионного клуба победителей лотерей. Позвольте мне вам их представить. Прошу. Ой, дорогие товарищи, познакомьтесь, это Клавдия Симоненко. Она выиграла этот автомобиль по денежно-вещевой лотерее. Я приехала на нем на студию, но пока еще не самостоятельно. Маркел Кочетков выиграл по международной лотерее поездку в Венгрию. Мы попросили Маркела поделиться своими впечатлениями. Маркел Владимирович, говорите, не волнуйтесь, пожалуйста. Я... присутствовал в Венгрии на всех соревнованиях наших прославленных пловцов. Радовался за них. И радовался за себя, что я там у них, в Венгрии, вместе с нашими прославленными пловцами. В результате поездки отличаю баттерфляй от браса. Несколько раз вместе с нашими прославленными спортсменами совершил круги почета. Чуть не утонул. От холодного болит? Вообще-то он у меня не болит. Я спрашиваю, от холодного болит? Нет. От горячего болит? Нет. Когда болит? Стоит моему начальнику позвать меня, как он начинает дергать. Откройте рот. Забавно. Кочетков на каком кресле работает? На третьем. Спасибо. Маркел Владимирович. Вы опять себе вызов устроили? Опять куда-то уезжать собираетесь? Александр Юрьевич, я занят. Вот видите, доктор. Маркел Владимирович. Это мой начальник. Пойдите сюда. Когда кончатся эти номера, Маркел Владимирович? Александр Евгеньевич, меня вызывают на очередное заседание клуба в Бразилию. Никуда вы не поедете. Ну, Александр Евгеньевич, ну, когда я еще попаду никуда в Бразилию? Никуда не поедете. Ну, доктор! Не закрывайте рот. Я вас не отпущу. Нет. Придется отпустить. Я член правления клуба победителей всевозможных лотерей. Член клуба? А кто будет за вас выполнять ваши прямые обязанности? Александр Евгеньевич! Я бы попросил. Девушка, не закрывайте рот, я сказал. Должны же вы понять. Клубная деятельность — это не какой-нибудь там хобби. Хобби, работа. Я вам привезу галстук, но о чем вы говорите? Доктор, у меня зуб заболел. Какие зубы? Закройте рот. Александр Евгеньевич! Маркел Владимирович, а как же с врачебной профессией? Кончено? Ну, почему кончено? Иногда одеваю белый халат. Правда, редко.
с женой в связи со всем этим, откровенно говоря, некоторые неувязки. Но это... Ясно. Не для прессы. Клуб победителей лотереи разворачивает свою деятельность. Работы много, просто задыхаюсь. Но главное во всем этом, как я однажды говорил на симпозиуме на Канарских островах, может, ну, это не важно, может быть, на Богемских. Ну, я позволю себе, так сказать, процитировать себя. The main problem of our century... Погоди, Борис. Это мне не мешает. The main problem of our time, well, gentlemen, is the taking fortune by tail. Ну, как бы так, чтобы вам было яснее. Друзья, ловите миг, я бы сказал, удачи. Это неудачник пусть плачет, свою судьбу кляня. Покупайте билеты всех лотерей и выигрывайте, и если сможете. Ну, это, так сказать, тезисы вкратце. Ну, сейчас через Москву, Бразилия... Момент. Потом Эквадор. Ну, я отказываюсь. Пассажиры, вылетающие рейсом 1548 до Москвы, просим пройти на посадку к двери номер 4. О. Повторяю. Пассажиры, вылетающие Иду. Рейсом 1548 до Москвы, просим пройти на посадку к двери номер 4. Bye-bye. Прости, дорогая. Прасса. Снимите нас с супругой, пожалуйста. Спасибо. Goodbye, my love. Goodbye. Маркел. Все-таки лучше бы мы взяли деньгами. Я вчера передачу смотрела «12 стульев». Ой, это чего ж хорошая передача. Ну, нравится мне там артист этот пан-директор. Ну, чем-то он мне напоминает нашего начальника Джека. Здравствуйте. Ну, как здравствуйте. Ой, наверное, я уеду из вашего дома. Что за соседи попались? Не знаю. Долбят. С утра Кто до вечера. Долбит? Ну, голова шумит. С какой стороны? Невозможно. Ну, я не знаю. Что вы говорите? Делать. С какой квартиры? Да я не знаю. Вас возьми! Плохо перехожу, но мне было очень нужно. Очень нужно! А теперь мне уже не нужно. Рядом школа. Какой пример вы подаете детям? Вы кто по профессии? Учитель. Учитель! Вот поэтому наши дети так и переходят улицу. Вот гражданин спешит на вокзал. Садитесь, пожалуйста, а вы на тот свет. Гражданин, пройдемте. А все, шоферы виноваты. Учитель! Не знаю, Тань. Но он мне очень симпатичен. Ну, это мне доконает. Можно сойти с ума целый день, с утра до вечера так. Кто это? Откуда я знаю? Так это ж надо немедленно узнать и прекратить это безобразие раз и навсегда. Ну-ка, пойдем. Куда? Пойдем, пойдем. Да что? Да пойдем, ну, тебе ну, говорю, зачем? Пойдем со мной. Пойдем. Тань. В газетах пишут
борьбе с шумом? Пишут. Так вот, надо бороться. Будем бороться. Отдавать под суд. Отдадим. Отдадим под суд. И выселять из города. Выселим. Чего? Да, не ты куда? Подожди. Это не валяй дурака. Все удобно. Сейчас разберемся, в чем дело. Ты 45-й стучат. Ничего, давай. Вот стучат, а? Да громко же как, а? Вот направо 45-й. Ну, как будто по направо. Звоню. Вас. Может, вы тот самый человек мой славный, и до вас всего лишь шаг один, до встречи шаг один, до встречи шаг один, один лишь только шаг. Один лишь только шаг. Почему нам трудно так сделать этот первый шаг? Страшно ошибиться. Страшно ушибиться, но кто-то должен сделать шаг один. Навстречу шаг один, навстречу шаг один, один лишь только шаг. Один лишь только шаг. Совсем? Совсем. Ой, а, да виноват. Во, с утра уже на газоне. Ну вот, Давид. Чья машина? Моя! Куда едем? Аэропорт. Вы что? Что с вами, молодой человек? Извините, пожалуйста. Цветы чуть не помяли. Прошу прощения. Что-нибудь случилось, а? Я могу вам помочь? Нет, мне помочь, к сожалению, ничем нельзя. Троллейбус не сбейте. Задерживается. Повторяю. Внимание встречающих. Рейс 3575 из Красноярска задерживается. Где справочник? Прямо и вниз. Спасибо. Оставшихся пассажиров, улетающих рейсом 7414, Ленинград, Одесса. Прошу регистрацию билетов. Просим срочно пройти посадку за направление номер 2. Стоит ли? Стоит. Он улетел. Прилетит. Нет. Почему? У него жена в Хабаровске.
изменить ее? Изменить ее надо. И как? Не получается. Кто передавал? Кому билет? Извините. Хуже. А вы его разлюбите. Что вам голову морочит, если женат? Не по-честному. У меня у самого муж. Прошу вас. Следующий. Можно ручку. Разрешите? Не, я встречаю. Жену? Нет. А, тогда может, это... Мне же нельзя. Может, язва? Ну, тогда не... Тогда не-не. Если язва, тогда не-не. Тогда не-не. Портвейну? Не-не. Водку надо пить. Каждый день в одно время регулярно, но без перебора. Буду без перебора. Без перебора. Ну, грамм 150. Больше не-не. 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 Три раза в день. Ну что, еще не встретили? Нет. А я уж два раза в город сгоняла. Имейте условия. Рейс задерживается. Надо немножко подождать. Где же вы свои цветы? Это если друг друга повстречает вдруг, главную из тысяч звездочку отыщет, сделает навстречу шаг один, навстречу шаг один, навстречу шаг один, один лишь только шаг, один лишь только шаг. Меня не прячьте глаз, я хочу спросить у вас, может, вы тот самый человек мой славный, и до вас всего лишь шаг один, до встречи шаг один, до встречи шаг один, один лишь только шаг, один лишь только шаг.
почему нам трудно так сделать этот первый шаг? Страшно ошибиться, страшно ушибиться, но кто-то должен сделать шаг один, навстречу шаг один, навстречу шаг один, один лишь только шаг. Thank you.